Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня расскажу о ICO Gabra Tech. Gabra Tech в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И как вы понимаете, сейчас это самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование Gabra Tech, сайта компании. Сразу мы видим главную страницу, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Также мы сразу видим на главной странице общественные продажи уже токена, публичные продажи, они заканчиваются через 5 дней. Мы также можем увидеть, что чуть более 50% токенов уже выкуплены. Ниже нам представлены рейтинги ICO. Также на сайте нам дают возможность запустить демо-версию и ознакомиться с технической документацией. Gabra Tech – это новый децентрализированный проект, который позволит клиентам многих крупных магазинов рассчитывать на получение своих бонусов. В данном случае пользователи проекта Gabra Tech могут получить физические карты, чтобы применять бонусы в любой подходящий момент или обменивать их на предложения от других продавцов этого сегмента. На сайте нам предоставлены примеры, когда решение кошелька Gabra Tech поможет пользователю в повседневной жизни. Например, кошелек Gabra Tech, он сможет удобно конвертировать все неиспользованные очки лояльности в криптовалюту. Также, если вам сейчас трудно преобразовать свои биткоины в валюту, то кошелек также Gabra Tech поможет, он помогает покупателям удерживать, обменивать биткоин, эфир или лайткоин и другие криптовалюты, обменивать их по максимально возможному обменному курсу. Еще один пример или случай. При передаче средств на далекие расстояния, например, если вам сейчас это невыгодно из-за банковского неблагоприятного валютного курса, то Gabra Tech позволит пользователям отправить токены или очки лояльности своим друзьям и родственникам, локально или глобально, они у них будут через секунду. И получатели смогут выбрать, конвертировать монеты в фиксированную валюту или нет. Дальше мы видим основные этапы компании. Roadmap. Мы можем сказать, что график четко распланированный. Также развитие проекта мы видим, что идет за планом. И команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Далее нам предоставлены партнеры. Нашему вниманию партнеры этого проекта. Так, что же предлагает нам Gabra Tech? Предлагает нам карты премиум класса или стандартные. Вы можете почитать, чем они отличаются. Также нам предлагают иметь цифровой кошелек, утилита, платежная карточка, мультивалютный двигатель преобразования, центральная лояльность. Команда Gabra Tech. Команда большая, команда перспективная. Эта команда хорошо слажена, внушает спокойствие. На данном ICO
работает команда специалистов, которым, ну, к тому же помогают известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. У команды имеется огромный опыт реализации на крупных биржах, достаточный опыт анализа всего рынка, управления успешными корпорациями. Нам также предлагают стать подписчиками в одной из соцсетей, чтобы узнавать еще больше о данном проекте, быть в курсе последних событий. Далее мы видим обзор распределения токена. Также мы видим распределение дохода. Что касается распределения токена, здесь можно отметить, что команда оставила для себя и партнера совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и, ну, никто не сможет, соответственно, раскачивать курс. Что касается распределения средств, мы можем увидеть, что это пойдет на развитие оборудования, маркетинг, юридические аспекты, партнерство, административный аспект и так далее. Новости Габротек. Проанализировав всю информацию и факты, мы можем увидеть, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. На этом обзор нового ICO проекта Габротек окончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!